Ну выходи. Ой, а вот тебе пеленка. А, там у вас кошечка. Давайте сюда. 921-955-7006, да? Дмитрий. 921-955-7006? Да, все верно. А что-то не могу вас по базе найти. Можно? А, знаете. Нем. Погуби. В каком попал? Куда? Беситься куда? Куда? Не лишь бы побесить с кем. Не умывающая девчонка. Смотришь на бредит. Они шпиц. Белый мишка. Белый мишка. Пола Б. Умка. Ты умка? Или это тигр? Зубы. Ой, массаж. Так тебе нравится? Массаж. Так ты кусаться не будешь? И мне заодно. А зачем она пошла? Уж щетки. Всегда чистим. И если у собаки проблема, она мигдалёт, то она начинает на пупе ездить. Если проблем нет... А если у кошки? Начинает. Тоже? Да. Или гости. Угу. Да. Кто как делает, у нас некоторые приходят через 2-3 недели чистят, некоторые через 3-4 месяца, у всех по-разному. Но мы проверяем, просто ванну ставим, и это надо или не надо, мы уже знаем. Малышонька, да, малышка, ты мишка такой, ты мишка, да? Надь, запиши, пожалуйста. Мишка. Мы вам номер карточки. Какой несчастный мишенька. Несчастный, такие глазки несчастные у кого? У вас стоимость 1200. Нормальный, он ненормальный. Зубки показывает. Вот так можно сказать. Вот так скажи можно. Скажи, вот так можно. Я улыбасечка. Улыбаша. Улыбаша. Во все зубки улыбашка. Вот, я улыбаша. Подожди, сейчас я хочу сфотографировать. Вот. Миш, нюха. Да. Язык-то длинный какой у тебя. Так, Лера. Наконец-то ты освободилась, скажи, хоть с ними что делать, кроме того, что чесать. А не я, вообще про них ничего не знаю.
Какие когти. Вот они. Вот еще маленькие. Вот у первого были, о. Алло. Там длину моих пальцев было. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот такая собачка. А, если укусит, то поцелует. Она вас все кусалась? Ну, она скула, да, ее невозможно. Пыталась. Так, а как она? А вот так вверх подержите. А, я понял. Да, отодвигаем. И все. Варя, вот. Все же хорошие. Да. Папа пришел за дочей. Я. Папа, ты не кусаешь, да? Нет. Ну давай. Так, чисто дружески. Да. По-семейному. Чтобы не расслаблялись. Красавица. Ну какая раз тоже. А это что? Все, ладно. Барыш, день снимаем. 500. 10 тысяч у нас. Да. 1500, да? Это корниш Рекс. Это 5. Ну что, пока-пока. Махать будешь нам? Барни, давай лапкой помахаем. Скажи, такие неприятные люди здесь. Барни, все же хорошие. Вот смотри, сколько маленьких. Все хорошие на самом деле. Тебя все любили и обнимали. Обязательно дам дети звонка, потому что у нас все начинают встречать. Хорошо.